В актовом зале Щелковского колледжа состоялся круглый стол с участием руководителей местных общественных объединений и религиозных организаций, посвященный проблемам укрепления межнационального согласия, противодействия ксенофобии и религиозного экстремизма на территории городского округа Щелково. Студентам рассказали, почему в наше время особенно актуально понимать, как оградить себя от всевозможных сомнительных организаций и людей, которые могут поспособствовать тому, чтобы вовлечь подрастающее поколение нежелательные для них мероприятия. Выступающие также обозначили, что одной из главных проблем, которая усугубляет межнациональные и межконфессиональные отношения в России, является интернет, а именно провокационный контент и зачастую фейковые новости. Именно поэтому молодежь должна понимать, что ни в коем случае нельзя доверять непроверенной информации. Не ведитесь на этих провокаторов, которые зачастую выдают себя за каких-то экспертов. Не становитесь сами такими провокаторами. Отписывайтесь от сомнительных пабликов и каналов. Помните, что в интернете не только безделье размещает фейковую информацию, зачастую это целенаправленные акции. Наверное, следует больше себя обратить к библиотекам, а не к тому, что написано в интернете. Человек, который не знает своей истории, он не может давать четкую и объективную оценку. Да, тот, кто не знает своего прошлого, не может дать четкую оценку, объективную, настоящего времени, и тем более не может прогнозировать, да, что будет в будущем. Студентам напомнили, что самое главное – больше читать, узнавая историю своей страны и народа из достоверных источников, свободно мыслить и развиваться, чтобы никто не смог навязать подрастающему поколению мнимые идеи радикально настроенных граждан. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.